Стало известно имя еще одного факелоносца предстоящих 6-х международных игр «Дети Азии». Сегодня 8 учеников из разных детских образовательных лагерей города Якутска, прошедшие отборочные туры, прошли финальные испытания. Конкурс прошел в виде интерактивной игры. Участники называли номера и таким образом выбирали вопросы. Все вопросы касаются истории игр. Также по фотографии угадывали страны участников. По итогам игры победителем стал ученик школы АИХДА Аян Попов. Ему вручили сертификат участника эстафеты огня спортивных игр «Дети Азии». По сложности, конечно, не очень сложные вопросы, но по странам, конечно, можно было угадать, но можно было сплоховать на именах. Конечно, очень стыдно, и я надеюсь улучшить свои знания в дальнейшем. Да, там тоже конкурс проводился, там тоже похожие вопросы были, в основном по истории игр «Дети Азии».